Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S20 Plus включить режим «Не беспокоить». Для начала зайдем в настройки, звуки и вибрация, опускаемся в самый низ и выбираем «Не беспокоить». Здесь мы можем сразу включить данный режим, либо же его настроить. Можем настроить его продолжительность, до отключения вручную, час или спрашивать нас каждый раз. Можем установить какое-либо расписание, как видите, оно тут уже есть по умолчанию. С понедельника по воскресенье всю ночь с 10 до 7 утра нас никто не будет беспокоить. Включим данную функцию, чтобы нам никто не мешал спать. Также можем скрыть разные уведомления и разрешить некоторые исключения, например, избранным контактам, чтобы они могли нам дозвониться. Либо, если нам человек будет звонить второй раз в течение 15 минут, то мы получим уведомление. Также можем разрешить будильники, звуки медиа. Звуки медиа мы лучше отключим. И, например, какие-нибудь напоминания. Можете настроить это так, как вы хотите на самом деле. Также можно включить гораздо быстрее данный режим, просто смахнув шторку вниз. Здесь находится режим «Не беспокоить». Можем его включить, выключить, а также зажав, мы обратно попадем в наши настройки. На этом, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также переходите на наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!